По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, проходившего 14 ноября в кинотеатре «Искра», состоялась акция Ленинской районной общественной организации инвалидов-диабетиков. Такие мероприятия проходят при поддержке администрации муниципалитета с 1998 года. В фойе кинотеатра работали выставки фармацевтических компаний, производящих продукцию для больных с сахарным диабетом. Оказывалась консультация пациентам по интересующим их вопросам. Раздавалась специализированная литература. Стоит отметить, что председатель общества диабетиков Елена Воробьева в этом году стала членом районной общественной палаты. Своей главной задачей она называет решение вопроса с лекарственным обеспечением. Я в этом направлении активно работаю, работаю с министерством, работаю с Государственной Думой, работаю с Московской областной Думой, чтобы каким-то образом все наладилось наконец-то. И люди стали вовремя получать лекарства, не с задержкой или вообще отсрочкой там на полгода, а вовремя. Все пришедшие в кинотеатр приняли участие в беспроигрышной лотерее, где могли получить символические подарки. Здесь крем для ног и зубная паста беспроигрышная. То есть наши инвалиды, все диабетики получают вот эти крема. Также все желающие могли пройти скрининг-тест с помощью нового инновационного глюкометра. Основное отличие то, что у нас здесь есть второй шанс, который позволяет внести кровь на ту же тест-полоску, что, соответственно, экономит не только полоски, но и деньги наших пациентов и покупателей. А также инновационный продукт, он отличается тем, что здесь мультиимпульсная технология, которая позволяет добиться точности, сравнимой с лабораторной. В большом зале врачи-эндокринологи читали тематические лекции, позволяющие узнать больше о сахарном диабете и улучшить качество жизни.